настоящий тайский рыночек. Выглядит примерно вот так. Воняет здесь вообще ужас. Прям катастрофа. Собаки вот бегают. Из них же готовят эти шашлычки. Самое главное, это, конечно же, цены здесь. Цены здесь адовые. Пожалуйста, вот 25, 50, 90. Вот такие вот цены. Да, не, это не долларов 50, это 50 бат. Здесь вообще дальше все по 10. Шорты по 39. 29. Майки по 100. Пижамы. Здесь вообще все по 100. Это VIP. VIP по 100. Дальше по 99. 59. 29. 39. 29. Вот где мы будем теперь одеваться. А тут все по 10. Купил курочку. Съел. Очень вкусно. На этих рыночках также есть вот такие вот аттракционы, где платишь 20 бат за вход и прыгаешь до тех пор, пока ноги не устанут. Сами мы только что попробовали чертово колесо. Кругов 20 это сделали и еле оттуда выпросились, чтобы нас достали. А эти штуки вообще здесь утром детей садят и вечером забирают. Сейчас мы пойдем. Выбивает печет. Курица была, кстати, очень вкусная. Всем советую. Кушать курицу на этом рыночке.